еще что? Имя данной вещи не определяет. Ты гонишь? Опасно! Городу хана. Блин, блин, блин. Блин, 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 блин. Эй, блин, чел, блин. Эй, что такое? Я смотрел цифры, сколько народу слило прогу. Сколько у нас мощности, и тогда я увидел это. Это? Что это? Что? Часть фолловеров, мертвые и неактивные аки на инвайт. Так, стой. Кто-то использовал соцсеть для накрутки? Кто? И сколько аккаунтов, чел? Не знаю кто, но он из инвайт. И явно с админским доступом. А вот сколько? Вот простите, счет. Простите, не проверил. Это я виноват, не проверил. Джош, я ты не проверил. Виноват. Может, у нас просто есть поклонник в инвайт? Ага, или нас хотят крупно подставить. Проверить. Проверить. Надо выяснить. Маркус, я все пробью. Проверить надо было. Джош, ты не виноват, ясно? Мы все видели эти числа, но только ты заметил. Ты молодец. А? Ладно. Не стоит. Thank you.
Отправляю левые учетки. Тебе нужен ком директора. Мэри Кэтскилл. Она в отпуске, в офисе должно быть пусто. Я разблокировал лифт. Иду туда. Еду вверх. Пора получить ответы. Удачи, Маркус. Мы с тобой. Я тут. Выясняю, кто накрутил цифры. В чем дело? Все клиенты исчезли. Ботов нет. Что ты сделал? Ничего, это не я. Маркус, я не вовремя? Похоже, не вовремя. Наверняка пьется льдом. Я думаю, представляться мне не надо, да? Я знаю, кто ты. Той ночью на пляже. Знал же, что лицо знакомое. Не знаю, Венера была ретроградной или еще что, но думаю, это судьба. Вы нас хакнули, а я в это время был тут. Хотел пообщаться, и вдруг ты ссышь на кроссовке. Мозг есть, цели нет. Что начальник охраны Блюм делает в офисе директора Invite? Зачем ты накрутил цифры? А, предложишь суперзарплату? Нет, ну уж нет. Нет. Знаю, ты и моих лучших программеров перекодишь. Но я не могу называть CTOS 2.0 шедевром среди систем безопасности и нанимать подозрительных типов. Эй! Я просто пришел выпить. Но если хочешь потанцевать, давай. Думаешь, это все шутки? А? Давай. Ударь меня. У тебя все с рук едят, думаешь, твоя система непрошибаема? Не замечаешь тех, кого уничтожаешь? А знаешь что, Маркус? Знаешь что? Людям надо говорить, где добро и где зло. Им насрать, как именно, лишь бы работало. Но не работает же. Пара жертв среди гражданских – это цена, которую приходится платить. На вашу войну все кладут болт. Плывете вверх по течению, прямо в пасть гризли. А зачем накрутил нам цифры? Потому что в долине все слабаки. А вы – отличное вложение. Агрессивные, возмущенные. Все поджали хвосты и прибежали ко мне. И тогда ты им впарил CTOS 2.0. Это идеальное средство борьбы с хакерами. А теперь всем нужна моя защита. Ну вот, слушай, Маркус. Твое досье снова в сети. Твой доступ заблокирован. А что до моих ботов? Все.
Да. На твой арест выписан ордер. Хакерство, корпоративный шпионаж и кража со взломом. Ничего, я все равно добил. Сука! Всем постам! Всем патруль, будьте начеку! Возможно, рядом с вами подозреваемые. База, прошу поддержку! Поступило сообщение о преступнике. Мы где-то рядом. Мы окружены! Выходите, живо! Черт! Обдурили! Черт! Копы окружили здание. Вали оттуда! Черт! Маркус, тебя окружили. Потом повесишься. Сваливай! Повторяю, выходите! Ладно, ладно. Сваливаю. База, цель движется. Ведем ее. Сообщите всем отрядам. Прием. Нам становится слишком жарко. Возвращайся. Разберемся с этим вместе. Давай. Хочешь украсть данные Primate? Есть предложение? Их шестерка в твои края забрела. Вытяни инфу, только смотри, не попадись. Как они с нами, так и мы с ними.
срань! Сраная! Срань! Не все так плохо. Выглядим как идиоты. Твою, сука, мать! Рэнч, да уймись ты! Мешаешь. Да, ты права. Так только хуже. Маркус, есть что сказать? Ну, народ, если честно, плана у меня никакого нет. Только одна мысль, и я бы меня, пожалуй, не слушал. Вот так! Ну, молодец, иди ты! Рэнч. Знаю, дела идут так себе. Да, дела отстой. Но что бы ни творилось, это фигня. Мы нашли свой голос. Мы пошли против колоссов и изрядно их помяли. Надо бы сказать тебе спасибо. Что за финальный монолог? Разве нет? Я в деле. И в тебе уверен. Остальных убедим. Я не прав? Это с каналов DeadSec. DeadSec отстой. DeadSec тупые кулхацкеры. Вы нам врете, т.д. Хэштег DeadSucks. Ну да, набросили всякого говна. Да и плевать на них. Плевать на них? Господи, Маркус, ты меня слушаешь, мне не плевать. Я столько лет из кожи вон лезла, чтобы заслужить уважение этих людей. Это мой бренд. И ему пришла хана. Ну так разрули. Не знаю, смогу ли. Ну что ж, если от этого легче, ты хотя бы не в бегах. О, черт. А награда за тебя обещана? Может, все-таки разбогатею. Да сейчас, ты меня все равно не поймаешь. Ты на звезду трека наехал, сучка. Лучше пешком. Ага, да? Травмы не хочу. Да, я тоже. Если для того, чтобы спасти DeadSec, придется вытащить всех наших в чертову пустыню, я это сделаю. Мы слишком далеко зашли. Третье соревнование хакеров Бармаглот скоро начнется рядом с центральной статуей. Давай! Нечестный бой. О, более чем. Сейчас из того мелкого все дерьмо выбьют. Но разве не в этом прикол? Круто же смотреть, как ему дают люлей. Да. Я хочу сказать, он же сможет встать на ноги и превозмочь. Хочешь, чтобы это выглядело как метафора DeadSec? Я к тому, что если ты хочешь поддержать DeadSec, я, конечно, за, но ставить деньги на этого шизика не стоит. Упадет и не встанет. Вот и посмотрим. Слушай, ты как, поможешь нам на турнире? Да, не вопрос. Эй, чувак, что творишь? Людям нужен драйв, а этот трек-лист — полное дерьмо. Дерьмо без признаков жизни. Диджей Раций. Просто Раций. Когда-то даже с этого лобал. Может, снова заняться? Выбор у меня невелик. Эй, не хорони DeadSec. Мы просто слегка встряли. Станем круче прежнего. Ты всегда самоуверен. Верно. И всегда прав. Так, так, так. Погнали. А, вот так! Намного лучше. Закрыл диджею доступ к пульту. Ты спаситель танцпола. Слушай, раз ты закончил тут творить добро, приходи в центр. DeadSec участвует в турнире. Я приду. Рисуешь тег?
Ага. Но не Дедсек. Не стоит. Слушай, Маркус, не трави душу. Я пытаюсь развлечься. Я? Поэтому мы, в смысле Дедсек, намерены победить в хакерском турнире. И что, все согласились? Конечно. Я ж обаяшка. С этим не поспоришь. Вот, нет проблем. Мы справимся. Все будет отлично. Смотрю, ты уже все решил, да? Нет, но уверен, что вернувшись в режим Ситары, ты решишь все за меня. Черт, ты коварный тип. Тогда встретимся у той мерзкой скульптуры. Ладно, я приду. Джош! Познакомишь? А, это Сьюзан, учительница из Милуоки. Ей 32, и она водит красный... Круто! Слушай, перед турниром мы хотели сфоткаться у той скульптуры, если ты не занят. Не хотел мешать вашим играм. Играм? Мы не играли. Просто объяснял Сьюзан, что если переобогатить смесь, то на низких скоростях движок заглохнет от избытка топлива. Четырехтактный движок точно загнется. Да, точно. Ладно, увидимся там. Это ваш последний шанс поучаствовать в испытании Фармаглот. Последний шанс, ну же, смелее. Ага. Народ, соберитесь, сфоткаемся. Так, только не моргай, хорошо? Конечно. Так, движуха начинается. Джош, разберись с цифрами и ответь. Рэнч, на тебе промоглот. Надо его подключить. Гораций, ты будешь отвлекать соперников. Мочи их. Мы с Ситарой займемся взломом. Начали. Дедсек, погнали! Нужен обзор получше. Используй дрон. Уже почти. Я внутри. Так, а это что? Ха-ха, мило. Берем быка за рога. Погнали. Итак, за дело. Похоже, тут таймер. Ломанешь его? Конечно. Хватит, сука, двигаться. Ситара круче всех. Крутится. Черт. Сейчас исправим. Спасибо. Почти все, Маркус. Давай. Thank you.
Народ, все назад! Сейчас загорится, назад! Откуда ты знаешь? Оно должно загореться! Оно не может не загореться! Говорил же! Это охереннейше! Летит ужасный Бармаглот! Вы кто такие? Я Джош! А я Гораций, как жизнь? Отлично, я Маркус! А ты кто? Я Рэй. Надо было больше лить. Хотите чутка оттопыриться? Две унции священного улета. Народ, все, я ухожу в офлайн. До скорой встречи. Гораций, ты жив? Слово «жив» потеряло всякий смысл. Ага, ты жив. Я забыл сказать, что грибочки искупались в кислоте. Джош? Я тут. Аспергер пытаются лечить галлюциногенами. Генами. Джош обштырила. Пойдем, повтыкаешь на что-нибудь. Ладно. Черт. Ты не Рэй. Ты Рэй, Рэймонд Кинни Рэй. У меня до сих пор есть твои журналы. Помню, читал «Драйвера войны» и прокачивал велик. Рюкзак с антенной. Да я твой рот кит использую, блин. Дыракул? Да. Я-то думал, вы все теперь кулхацкеры. Я, может, не прав, но твоя команда что-то многовато распыляется. Ты главный? Я нашел Уолда. Нет, чел, у нас все не так. Наше первое правило — никаких личных армий и главных. Да, но вообще-то... Я видел, как они шли за тобой. Нет, чел, это то, против чего мы воюем. Система там у нас, это полная жесть. И любой из тех, кто тут отвисает, сто пудов скажет то же самое. Это трёп, бро, просто трёп. Ладно. Пару лет назад эта сраная система отметила меня как ненадежного. Связала с каким-то криминалом, типа это возможно. А сейчас из-за CTOS это повсюду. Я вижу, как они действуют. На уровне подсознательного. Ты размножился. Да, с нами это случается. Это не подсознательное. Это кандидат, Маркус. Ты наблюдатель. Но это не главное. Программа «Кандидат» — это контроль. Это как Оруэлл и Хаксли два в одном. Профайлинг, консюмеризм, управление СМИ, бизнес-сговор — и все по алгоритмам предсказания. А теперь они открыли лавочку в самом центре Кремниевой долины, и кто-то в сраном Блюм использует CTOS и скармливает кандидату инфу. Это пропаганда. Это боль. Боль от невозможности со всей дури двинуть Блюм по яйцам. Детки, я могу помочь вам. Убьем настоящего Бармаглота. Идем со мной, Маркус. Маркус, вставай живо, пошли. Что, блин? Я провел ночь рядом с очень голой и очень татуированной особой. Рад за тебя. Нет, чел, ты не понял. Она невеста сынов Рагнарёка. Мне, нам надо валить. Надо вам, понял? Пошли. Сыны скоро...
Вау! Да. Значит, вы лоханулись. Насколько? Мы все под ударом, потому что мое имя всплыло в системе. Люди сложат 2 и 2. Твою мать, а где все, а? Всего-то. А чё, мало? Речь идет о Блюм. Эй, перед тобой враг Блюм номер один, сынок. Да, я годами прячусь от этих ублюдков. Если хочешь, я сотру тебя из системы. Дай пару часов. Просто так? Ну, возможно, принесу в жертву козла, но в целом, да, просто так. Вот ты где. Мы все утро тебя ищем. Похоже, тут нет бюро забытых вещей. Да, тут в пустыне скорее кто нашел, тот и забрал. А он что еще тут забыл? Да, Маркус, зачем ты привел к нам чужака? Блин, ну привел и привел. Мы с ним убегали от байкеров и... Да. Знаете, это не важно, он с нами. А, с нами? Ну ладно. Просто обычно мы обсуждаем это вместе. Знаю. Виноват. Но вы уже знаете Рэя. А теперь знакомьтесь. Реймонд Кинни. Это Реймонд Кинни? Я думала, ты чище. Да, я привык. Можно обнять? Не больше двух. И к этому привык. Может, оставим, будет нашим домашним хакером. Он может нам помочь. Он может остаться тут. Он должен. Ну ладно, ладно. Но не дай бог, что случится. Я из его яиц омлет сделаю. Я тебя понял. Шапка класс. Маска тоже. Ладно, Квитай. Пиво будешь? Да, конечно буду. Парочку. Спасибо. Да, и принесите ему ноут, что ли. Он научит нас магии. Известный производитель умных домов обвиняется в нарушении прав на неприкосновенность личной жизни. Судя по выложенным в сеть документам, Хаум продает личные данные жильцов страховым компаниям, подключаясь к системам наблюдения. Представитель Хаум Елена Чао заявила, что компания не нарушала закон и действовала в полном соответствии с лицензионным соглашением, которое подписывают все жильцы. Наш подписчик перехватил письмо клерка из Хаум. Любопытное. Так что, хочешь изменить мир? Для тебя есть дело. Есть наводка на возможного педофила из Хаум. Япона-мать! Большой брат-насильник. Вот почему мы их преследуем. Так что это за парень? Лэнг какой-то там. Имени нет. У нас вроде был список сотрудников Хаум. Посмотрим. Вот. Коул Лэнг.
Я его найду и достану улики. Посмотрим, кого укрывает Хаум. Ну как, Маркус, что скажешь про систему Хаум? Да тот же CTOS. Значит, тебя не удивит, что у них общий проект с Блюмом? После того, что мы сделали? Вообще ни разу. А условия какие? Хаум использует код CTOS и продает собранные данные обратно Блюму. С большой скидкой, разумеется. Я смотрю, мы вовремя появились.